Мое сердце рвется на куски отчасти, когда я вновь приветствую вас в этой игре, дорогие друзья. Мы продолжаем с вами прохождение Titan Quest Diablo 2 Immortal. Это модификация для Titan Quest и Immortal Throne. И мы тут в прошлой серии, я помню, спидран небольшой устроили, да, потому что надо было уже завершать игру, а ближайшей аптечки не было рядом. Поэтому сейчас мы будем пробираться вниз по карте, чтобы зачистить все те места, которые мы не зачистили. Так, что-то вот именно с Titan Quest'ом происходит такое непонятное. Почему-то именно эта игруха у меня тут проседает. FPS. Игра древнее древнего, но тем не менее, что-то она требует все-таки каких-то сил компьютерных. Так, что я еще сделал? Я вроде бы поубавил немножко звук, потому что, посмотрев запись прошлой серии, я убедился, что какая-то жопа прямо. Что орёт просто нереально. Игра. Так, я отхожу нахрен, потому что что-то нас тут берут уже в сеть и налетают. Нормально так. Так, зачем я трофей взял? А, это я героя уничтожил. Вообще с кентаврами надо себя аккуратно вести. Ибо... как вы понимаете. Да ты чё стоишь-то? А, сеть, наверное, была. А, накинут сеть, накинут флаг. Ну, заорут флаг там, да, флаг поставит. И все. Пиши пропало. Отступить ты не сможешь, а это такая самая легкая комбинация, на которой может попасться наш герой. Да, что-то определенно какая-то жопа происходит. Ну-ка нахрен. Высокая, средняя, высокая. Че, все на среднее ставить? Да мне кажется, здесь что-то не то. Ну окей, например. Не, мне кажется, это не то. Тут не то влияет немного, да? Все равно FPS-то маленький. Не, ну давайте пока на таком побегаем, но я не думаю, что ситуация у нас прям наладится. Так, тут, кажется, нежить бегает. Да, действительно, тут всякие скелеты. О, тут, смотри, птица призрачная. Не, это вообще бред. Что-то тут не в том дело. И процентов она жрет много. Процесса компьютерного. То есть все остальные игры, которые я прохожу, в районе 15%, что ли. А вот это вот за 20-ку у меня жрет. А что такой медленный? Так, тут надо аккуратно. Вот, видите, большая ворона, это была герой. Поделилась она с нами бальным пером. Конечно, неудобно, в отличие от Anniversary Edition. Здесь-то ты быстренько все можешь подбирать. То есть там, в Anniversary Edition. А здесь тебе надо подходить и каждую шмотку ручками подбирать. Вот эти вот призрачных ворон я не помню. Это привнесение уже модом. Вот эти птицы. Spectral Hole. То есть, ребята, мне кажется, нас будут ожидать еще много всякого интересного. Музыка была очень громко в прошлой серии, я помню. Поэтому я сейчас вроде как убавил ее в OBS. В наушниках я ничего не слышу. Громкая она, не громкая. Ну, в наушниках я слышу, что наоборот громко. А вот в OBS в программе она должна быть нормальная. О, какая-то хрень. Ну иди сюда. Невеста мясника. Интересно. Смотри, там герой какой. Skeletal Hero. The Bunny Lord. Бон Лорд. Ну что, пойдешь на меня? Давай посмотрим, что за невеста. 23-35. Попробуем поменять, посмотреть, изменится что-нибудь. Не, мой пободрее. Мой пока что пободрее. Дает уроны. Музыка, конечно, прикольная, я не спорю.
Ну что-то она прямо громкая. Так, ну что, пошли к этому бунлорду. Все огнем бьют, вот. Давай, иди сюда. Ах, ты скотина какая. Интересная. Да нет, херь полная, разлетелся. Но выглядел внушительно. А, кто-то застанил. У кого-то лук, что ли, станящий, или что? Да нет, желтого ни у кого пока ничего не вижу. Или это у кого-то навык такой есть? Который умеет станить. Сдохни уже, а. Так, хорошо. Кладбище почистили вроде бы более-менее. Кладбище. Ну пошли тогда снизу все-таки. Так удобнее как-то, мне кажется. Так, трофей. Смотрю, что-то желтым светится, это трофей. Звездочка, звездочка ничего не стоит, 1 рубль. На блошинном рынке. Так, тихо, пацаны. Старейшину нахрен сразу. Пока он флаг не под... Да стой ты! А, вот, смотри, герой. Са! С удара слетел. Тоже мне герой. Блин, ну начинается эти побегушки. Девчачьи. Нас кайтит как моба. Мобы кайтит как моба. Так, трофей, да? А, кто? Ё-моё, опять там кто-то скоростной такой шарик-мячик. Ого, тут неплохо нам засаживают. Да, блин. А, не могу достать. У этих луки огненные. Пацанов. Кто там, блин, крякает? Не вижу никого. Ё-моё, сколько вас тут? Да. Может, их здесь больше, чем в оригинальном Титан Квесте, поэтому он так лагает. О! А здоровье-то неумолимо уменьшается. Все, баночка откатилась, отлично. Да блин, достали. Хрен добежишь еще сквозь эти глюки, лаги, проституция. Да где ты тут, сука? Не знаю, с чем, короче, это связано. Уж как-то сильно она ресурса пожирающая прямо. Ну не было же такого, ё-моё. Я помню. Давай, давай, налетай, пацаны, мясо. Еда. Кстати, насчет еды. Я уже, по-моему, свою кашу переварил немного. Надо ее идти вытаскивать. Сейчас я тут закончу. И прервусь буквально на 5 секунд. Жрать хочу. Весь день не хавал. Решил сварить, уже запах такой хороший дают кашка. И часы мне говорят, что я уже минут на 5 так опоздал. С выниманием каши из кастрюли. Так, все, надо идти, ребят, вынимать срочняк причем. Так, все, отлично. Выгрузил. Стоит, остывает. Так, ну, примусь за трапезу уже, когда мы доиграем эту серию. Так, хорош, хорош, хорош. Все, вниз я туда я больше не пойду, смысла нету. А, нет, надо на болото идти. Как-то нету. Там уже у нас квест. Потерянные спартанцы. Блин, пошли в жопу! Накидали говна мне тут.
Там кровавая Мэри это или кто она там? Что у вас? О, ни хрена себе! Они там совсем спятили все, смотри, что творят. Проституция тут выкидывает свою эту херню. Не-не-не-не-не-не-не, все, я понял. Нахуй отсюда идем. Я, конечно, извиняюсь за выражение, но. Во, теперь можно идти. Блять, это смотри, какие они опасные. У меня к проникающему что, вообще нет нихера? А, ну это потому что знание ставит вот этот кентавр сраный. А, у этого какой-то еще лук электрический. Или мне показалось? Фу, блин. Конечно, вот так вот бегать, да. Это кажется, что такое непобедимый. Нет, на самом деле... В попу чпокнуть могут быстро здесь. И не посмотри, что ты там какой-то герой. Смотри, какие, а. Вот шалава. Стоять. Стоять. Блять, ебаная. Извиняюсь. Я могу матернуться, но так жестко обычно крайне редко. Да стой ты. Просто когда уже конкретно достаю в печенках, там они еще отбегают, вот эти все свои приемы. Все, хорошо. Идем наконец на болото. А тут вот эти призраки, видели? Это тоже хрень принесена. Модом. То есть этих призраков-то не было раньше. Да что ты увязался-то за мной? Умереть хочешь, что ли? Ну иди сюда, и еще раз умрешь. Вилла-висп какой-то. Их тут полное болото, по-моему, будет. Так, эти замедляют. Вот с них надо выбить этот. А, как он? Черепаший панцирь. Для артефакта. Но фармить целенаправленно для этих вещей я их не буду. Я думаю, что мы пройдем, блин, главу быстрее, чем нам понадобится этот артефакт. Не надо тут булькать. Ва! Хрена себе! Вы что там, снаркоманились все? Эти вот эти, это вот эти прошивают, белые. Все, ухожу, ухожу, ухожу! Нельзя здесь больше оставаться. Виспы вот эти вот высасывают. Смотри, смотри. Блять. Реально дикие. Так, один есть. Надо второго. Есть, 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 есть. Баночка скорее. Спасибо. Все. Я думаю, дальше мы уже выстоим. Да ты проституция! Вот так вот. Насовали нам молниями неплохо. Хорошо прошивают. Надо пить. А у меня резистов-то, по-моему, нету к молниям. 10%. Ну да, это немного. Даже для нормала. Еще где-то эти просто не летают. По звуку слышу. Болото призраков, да? Вот оно. Не надо тут. Оп! А, вот тот сдох, кстати, да? Отстань от меня. Вилла-виспы какие-то, интересно. Прикольные, конечно. Прикольно сделаны и достаточно опасные. Я бы им еще эффект какой-нибудь добавил, типа 50% промаха по ним. Тогда их вообще тяжело было бы убить. О, груда костей. Так. Всякого уже набрал говна. Скоро надо идти продаваться. Кто не знает, ну, скорее всего, знают все, кто смотрит эту игру. На легендарном уровне сложности на этом болоте появится... А, блин, виспы опять. Надо отходить. Появится босс. Лернейская гидра. Которая блюет и плюет ядом. Да, блять, отстаньте от меня. Стой, да стой ты!
Капец прошивают. Отлично. Фу. Тут надо реально аккуратно уже бегать начинать, прыгать, скакать. Сдохни ты, блин. Остальные, конечно, здесь опасности не представляют, но... Виспы вот эти, да, изматывают. Вот, появится Лернейская гидра, которая является существом из мифологии древнегреческой, вы все ее знаете. Геракл ее победил, совершив таким образом один из 12 подвигов своих. Вот, а мы будем тоже ее побеждать, если будем иметь хорошую защиту от яда при этом. Потому что, сколько я помню, она хорошо так ядом поддает. Вот эти спартанцы потерянные. Приветствую! Как приятно видеть человеческое лицо! Я уверен, что наш командир думает, что мы погибли. Мы в порядке, просто немного заблудились. Заблудились и стоят. Ну пойдем выведу, чё вы? Так, ну об этом надо доложить, насколько я помню, да? Так, а какой? Чё здесь задание-то? Не-не-не, мне не нужен портал. Ладно. Задание, я не помню, дневник. Так, вот. Ку-ку-ку-ку. Битва за Афины, доп. Задание. Пропавшие вещи я благополучно просрал. Потерянные спартанцы, да, надо вернуться назад. К сожалению. Ладно. Зачистили болото. Померились силушкой богатырской с этими виспами, которые чуть нас не намотали на свои молнии. Я знаю, что в этом моде у класса колдун есть такая же молния. Она очень сильная. А, то есть мне же надо... Да, мне же надо вернуться. Опять бухло свое раскидывает. Так-то проблематично сейчас возвращаться-то туда будет, а? Сущность героизма. Ахуеса! Стой ты, блин! А, конечно, стоит! Да, блин, сколько у вас тут, а? Вот это... Писюшки, а! Вот писюньки какие! Смотрите, мужик бежит! Давайте навалимся на него! Да, ёб твою мать-то! Мужик! Нет уж, дамы, я предпочитаю. Сейчас я побегаю чуть-чуть вокруг. Все, готов драться. Ай, блядь, не готов драться. Да ты посмотри, что они делают. А, жопа, жопа, жопа. Фу, отбился. Ну, конечно, когда еще тебя подлагивают вот так вот странным образом, вообще не понимаю, что с этой игрой случилось. По-моему, такого не было. Не знаю, херня какая-то. Вот он. Что с болот? С разведчиками все в порядке? Хвала богам. Я боялся, что они попали в беду. Так. Блин. Сейчас, секунду. Так, продолжаем. Там я слышу, рычит прямо Лимас этот, здоровый, гигантский. 4000 опыта нам дали, неплохо, надо расти, расти, да? Обрастать жирком, обрастать навыками. Так. А, ну да, нам еще идти, идти. Мы еще с вами, блин, находимся там, где я все быстренько пробежал. Привали, чудищ. Мы еще здесь не все зачистили. Но скоро, ребят, здесь совсем скоро уже мы придем в Афины. По-моему, это чуть ли не преддверие уже. Так, трофей. Ага. Так, что, здорово, мужики. Я вам нужен? Конечно, нужен. Вы же маньяки, блядь. Вот просто человек идет, да, мимо. Надо убить! Толпа вся накидывается на тебя. Зачем, спрашивается. Вот что ими движет, а? Почему ими движет все убить? Всех убить, все разрушить. Почему не поговорить сначала? Ты кто, братан?
То есть вообще, да, странно. Нет, надо идти сразу биться. Без выяснения вообще причин. Кто ты, зачем ты? Какая разница, давай драться. Так, там из него что-то выпало. Так, что, в толпу! Ой, герой, 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 герой. Фернес Чаплин какой-то. Чарли Чаплин. Так, вот это вы, ты вызвал свиней, да? Разлететь совсем нахрен. О, амулет Волхла. Ты не можешь нести... Блин! Ты не можешь поднять... Ладно, зачищаем. А давайте прямо сейчас. Уйдем отсюда. Так, куда? Ну давай в Парнас. Циклопы снабдим товарами. Бедолаги. Надо нажиться на этой войне. Война вообще для торговцев, да. Для барыг, для торговцев это вообще тема. Есть даже версия, что войны все происходят чисто для того, чтобы сильные миры сего наживались на этом всем путем обрушения экономики той страны, где война происходит, там и все такое. В общем, ну, короче, это очень выгодно тем, кто на верхушках сидит. Я думаю, вы это так все понимаете. Я Америку вряд ли кому открыл. 64 жизни. А, ну у меня тут кольца-то все синенькие. Так, светлый. Это все говно, говно. 5 силы, да? Так, вот это за одну единичку. Эти звездочки сколлекционировать бессмысленно, они вообще ничего не дают. А можно было бы, конечно, сделать, чтобы что-нибудь давали, было бы приятно. Там, допустим, собрать столько-то звездочек такого-то героя, да? И сделать что-нибудь из них там более мощное, там, не знаю, какое-нибудь оружие, там, типа крафт, что-то такое, знаете, тоже модом можно было бы предусмотреть. А еще было бы прикольно ввести, например, какое-нибудь охрененно редкое оружие, вот, допустим, фиолет, да, здесь это редкие стволы. То есть, ну, оружие, броня фиолетовая, а можно было бы сделать что-нибудь типа красного. То есть, чтобы оно падало там вообще, я не знаю, раз в столетие. С хорошим везением, конечно, у игрока при этом, да? Ну, везучий, если же здесь поверить, типа, вот везучий персонаж, ему всыпется фиолет. А этот персонаж не везучий, ему фиолет не сыпется, сука, там герой меня дрючит. Ну, что-то такой бегающий. Блин, скотина, а. Неплохо он меня этим облаком-то так под этого. Вот, и чтоб, короче, такая шмотка выпадала. Раз в полугодие, да? Но, чтобы одев эту шмотку, ты, ну, значительно возрастала сила твоего персонажа, так скажем. Очень значительно, ну, конечно, чтобы не сильно имба, но что-то в пределах имбы, чтобы эта вещь была там. Ну, на то она и очень редкая, крайне редкая, там прям легендарная, я не знаю, как ее назвать. Мега-супер... Мега-супер-пихарь. Так, ладно. Давай, уже умри. Давай, тоже, Вася, иди отсюда. Так, подожди, а здесь мы зачищали, да? В том крыле мы зачищали, я даже идти туда не буду. Мы будем бегать там, где меня не было еще. А повторно зачищать все это я, естественно, не имею никакого желания. Хотя эта игра про фарм немножко даже. То есть здесь люди выбивают себе какие-то шмотки, то есть они хотят этого. Я раньше тоже этим грешил. То есть я там собрал вещи какого-то сета, там пару, что ли. И потом мне спортивный интерес разыгрался, я захотел собрать полностью такой сет. Но надо сказать, что я никогда полностью какой-либо сет еще не собирал здесь в игре. Назад нахер. Все мы знаем эту жопу вашу. Флажок этот сраный. Elder. Elder Scrolls. Of Kentaur. Так, что будет? Флаг. Нет, не вижу знамени пока. Ладно. А, ну тут элдеров нету. Старейшины. Афинское поебище. Мы очень близко к нему. Мы очень близко к Афинам сейчас.
И это радует. Я думаю, что в этой серии, друзья, мы наконец-то зайдем с вами в Афины. Элдер. Да, флаг Элдер поставил. Эхо, пацаны! Не так быстро. Все успеют умереть, не торопитесь. Так, а тут я был. Да-да-да, тут я был. Мед пиво пил. По усам текло, а в жопу не попало. Что я, блядь, несу? Ну, надо же что-то нести, правильно? Если комментировать каждого убитого моба здесь, как ты его убиваешь там, ну как, вот я убил моба, все. Как, что тут комментировать? Ну да, комментировать можно, когда с боссами дерешься, с героем, когда затяжное сражение. А тут сейчас что комментировать? Вот и приходится нести ахинею. Забивать ей эфир. Ой, свиньи, а я что-то вас не заметил, они меня, кстати, тоже. Да что ты там пристал ко мне? Так, деньги, да, выпали, нет? А, нет, белый посох выпал. Так, в этой стороне я еще не был. А там у нас пещера. А, это, наверное, нежить, действительно. Это я не до конца это... Зачистил крыло с нежитью, вот это вот левое. А там еще и склеп, похоже. Да умри уже. Вот как они не любят, когда их сундуки открывают. Вообще монстры, да, рядом стоят, увидят, что ты открываешь сразу. Отдай. Так, больное перо. По-моему, это нам не нужно для артефакта. Так, надо алтарь шипов взять, надоело. На. Ну, стреляют вообще неощутимо, да? То есть рядовые скелеты. Да ворона, блин, сраная! Наконец-то. Но подлечиваться иногда все равно нужно. Хорошо. Так, все, да? Отлично, здесь мы были. Ладно, идем по этой стороне тогда. Да зачистим это кладбище. О, блин! Да ладно! Так, ну давай мы с тобой быстренько разберемся. Левелапчик. А вот с этим парнем, по-моему, будет не весело. Видите, у него сколько здоровья. Ну ничего, я думаю, мы его осилим. Да, наносит совсем немножко урона. Мы с ним справились достаточно. Как это сказать? Достаточно бесхлопотно, что ли, ё-моё. Вот зато риторики обучаешься. Вот вы... Говорят, что бесполезные люди, летсплейщики, там, кто стримы проводят, кто монтирует видосы, там снимает что-то там, проходники. Нихера, ребят, нихера. Вот ты вот сидишь и изобретаешь слова. Или в речи обороты какие-то. Правильные, там, я не знаю, стараешься выстроить. И это все обучает тебя грамотности. Грамотно вещать. Там кто-то горит. Да вы охуели, что ли, блядь? Облепили, клюют, а я попасть по ним не могу. Капец. Да ебаная ворона, блядь. Вот это жирная, это герой. Да заклевали нахуй. Кто там, блядь, шумит? А, это ты. Вы трындец какой-то, ты смотри, налетели. Фильм ужасов этого. Стивена Кинга птицы. Рар! Давай, иди сюда. А, сгори. Сгори, уже сгоревший однажды, да? Да отвали! Ох, маги, маги. Что я с вами буду делать вообще на среднем уровне сложности, я не знаю. Да, я вижу, я вижу, я вижу, что мне здесь уже пропихивают большой и толстый прямо в штаны. Блять, посмотри, что делает, а. Вот этот за мной увязался там сверху. Там еще один герой был. Рау! Dead Leech. Что там происходит такое? Звук какой-то. Там вон еще один обрубок. Пьяный Колян идет. Колян!
Хорош, Колян! Не, слушай, я, наверное, обоих-то не станчу. Я попробую добить этого. А, все, уходим. Нет! Кровоток жесткий. Я рисковать не хочу. Тем более, что пока что... Блин, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, у меня ни одной смерти нету. Колян, ну ты чё пристал? Блять, кто такой сильный? Ты что ли? Или это эти там, эти... Машины его эти, которые крутятся. Так жестко мне просраться давали. Слушай, зелья-то улетают хорошо. Короче, друзья, предлагаю зачистить гробницу. И на этом серию уже закончить. Не получилось у нас с вами добраться до Афин в этой серии. Ну а куда деваться-то? Видите сами, орд, толпы монстров. Которые все жаждут нашего внимания. Кстати, я же апнулся, надо это самое. Там что-то себе прибавить. Так, где эта хрень? Нет? Да какого члена? К. У. Ай. О. П. С. Хуй. Короче, где ты тут? С же, да. Вот. Так, паладин. Еще давай. Раз, два, три. Будем, пока есть возможность, прокачиваться в столбик. Ловушечка. А потом уже... Естественно, в навыки. То есть, пока у нас достаточно и так все... Нетрудно. Ну, короче, вот смотрите, мы не можем нести больше, и на этом я считаю, что мы закончим сейчас тогда. Гробницу даже зачищаем уже в следующей серии, потому что гробница-то... Не маленькая. Вот. Сейчас я хлам продам, короче, и закончим на этом. А вот возле этой аптечки я появлюсь. И мы сразу с вами вот так напрямик срежем, пойдем в гробницу, а оттуда уже вот сюда. То есть это все мы уже трогать не будем. Хрен на него. Ну и все, друзья. Большое спасибо, что смотрели. Надеюсь, серия вам понравилась. Если так, ожидайте, пожалуйста, следующих серий. Вам и вашим близким крепкого здоровья. И всего вам самого наилучшего. Всем пока.